Петербурге отгремело юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду». Свободных мест на трибунах практически не было. Не было недостатка и в звездных гостях, среди которых учитель, второй отец Евгения Плющенко, по его словам, профессор Алексей Мишин с супругой Татьяной Николаевной, а также заслуженный тренер СССР Тамара Москвина. Они произнесли теплые слова в адрес именинника. Мишины подарили Евгению большую картину с его изображением. Москвина в центре ледовой площадки низко поклонилась Плющенко. Яна Рудковская также зачитала поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. На шоу состоялось несколько громких премьер. Самым ожидаемым выступлением был, конечно, совместный прокат Александры Трусовой и Марка Кондратюка. Они представили тизер к новогоднему шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Саша вышла на лед в образе черного лебедя, Марк – черного мага. Взаимодействия в номере было немного, но болельщиков у этой пары бесчетное количество, так что любое их появление на льду становится праздником. В любом случае, общее выступление Трусатюков – то, чего фанаты ждали больше полугода –